Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Чужой сундук. Паукушнюку посылка. Давай, тряси сильнее. Есть хочется. Что это? Паукушнюку от бабушки. Посылка. Ой, а где она? Нужно скорее показать дядю Шнюку эту бумажку. Ух ты! Сундук! А интересно, что у него внутри? Слышишь? Это клад! Настоящее сокровище! Ничего себе! Чье же оно? Какая разница? Теперь наше! Кто нашел, тот и хозяин! Крепко заперли! Отнесем сундук домой, там есть инструмент. Главное, не встретить никого. Мы обязательно найдем ваш сундук, дядя Шнюк. Хотелось бы. Этот сундук мне очень дорог. Чш, Лунтик, посмотри, пожалуйста, еще за тем кустом. Нет, здесь его тоже нету. Больно! Тихо ты. Кто здесь? Допрыгался. Они сейчас сюда придут. Надо спрятать сундук. Ой, ребята, это вы здесь шумели? Нет, то есть да, мы немного повздорили, но уже помирились. И теперь мы друзья. Скажите, а вы не находили здесь сундук дяди Шнюка? Нет, сундуков не видели. Да, не до сундуков нам. Если найдете, пожалуйста, обязательно сообщите. Непременно сообщим. Фу-фу-фу, крапива. И как мы теперь его оттуда достанем? Смотри, палка! Бей со всей силы, а я его здесь поймаю. Держись, Вупси! Ну чего разлегся? Принесли его отсюда. Нужно напрямик идти, чтобы Шнюка с Лунтиком не встретить. Может, бросим этот сундук? Нет, не бросим. В нем сокровище. Туда. Кажется, там кричали. Привидение! Спасите, привидение! В вашем сундуке привидение! Как? Вы все-таки нашли сундук дяди Шнюка? Почему же вы сразу нам не сообщили? Ну как? Кто нашел, тот и хозяин. Разве не так? Конечно, не так. Нельзя брать то, что вам не принадлежит. Нужно обязательно найти владельца. Ведь находка может быть очень опасна, и вы по незнанию только навредите себе. Простите нас. Да, и защитите нас от привидения. Хе-хе-хе, да нет там никакого привидения. Бабушка прислала мне мои старые игрушки. Игрушки? Наверное, вы так сильно трясли сундук, что механизмы пришли в действие. А я думал, что в сундуках держат только сокровища. Эти игрушки для меня и есть самое настоящее сокровище. Ведь они напоминают мне о детстве. Ребята с готовностью помогли Шнюку донести его сокровища до дома. А гусеницы с того дня всегда искали владельца, если находили какую-нибудь потерянную вещь.